Чем особенно знаменита Армения? Страна многовековых традиций, исторических и культурных памятников, бесчисленных изысков национальной кухни, знаменитого на весь мир коньяка Арарат, озеро Сиван, одного из крупнейших высокогорных озер, головокружительных живописных склонов горнолыжного курорта Цахкадзор и многого-многого другого. А самое главное – это страна удивительного гостеприимства. Ежегодно по Армении путешествуют более 2 миллионов туристов. Более половины из них прибывают из-за рубежа. Лидером посещаемости в Армении является ее столица Ереван. На втором месте – климатический и горнолыжный курорт Цахкадзор, востребованное со времен СССР и по сей день место подготовки спортсменов международного класса. Ежегодно курорт посещают 500 000 человек. Круглый год доступны исторические и культурные достопримечательности, объекты отдыха и развлечений. И, конечно, горнолыжные трассы зимой. Вот только основные объекты отдыха прекращают работу уже в 17:00, оставляя нереализованным туристический спрос и инвестиционный потенциал единственного в Армении горнолыжного курорта. Поэтому, чтобы поддерживать интерес многочисленных гостей и оставлять им об отдыхе самые яркие впечатления, спектр развлечений необходимо расширять. Проект «Табаган» впервые в истории объединяет блокчейн и остроту ощущений спуска по рельсовой саночной трассе. Проект предоставляет возможность высокодоходных инвестиций криптовалют в первый в Армении развлекательный объект данного типа. Управляемо быстрый и безопасный, круглогодичный, всепогодный, до 24 часов в сутки. Гостям в возрасте от 3 лет в сопровождении родителей и от 10 лет без сопровождения. Длина трассы 1025 метров. Команда проекта изучила опыт более 400 объектов по всему миру и сделала выбор в пользу Vigant, немецкого производителя трасс. Главный принцип работы Vigant – это наивысшая безопасность, сертификации международного лидера в области экспертиз TÜV-ZÜD. Токен «Табаган» за цену в $4 наделяет правом выбирать между обменом токена на билет ценой от 5 до 6,5 долларов в зависимости от дня работы трассы и предъявлением токена к выкупу из прибыли компании по цене $5 в порядке очереди предъявителей всего через 8 месяцев. Владелец токена вправе в любой момент продать его третьему лицу по договорной цене. Владельцам токенов предоставляется возможность видеонаблюдения за реализацией проекта через сайт. Присоединяйтесь к проекту «Табаган» – первому и единственному, который объединяет надежность инвестирования с помощью блокчейн и головокружительный восторг одновременно безопасного аттракциона.